На телеканале «Беларусь 4 Гомель. Новости спорта». В студии Максим Савин. Здравствуйте. «Славия» побеждает, а «Гомель» играет в ничью. Команды из Гомельской области провели матчи 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мотырская «Славия» дома была сильнее могилевского клуба «Днепро». Единственный гол в этом матче на 16-й минуте забил Франсис Нарх. Ганский полузащитник Мазырян первым оказался на добивании. После 16 проведенных поединков «Славия» занимает 8-е место. Футбольный клуб «Гомель» в 18-м туре на выезде играл против своего ближайшего соседа по турнирной таблице столичного «Энергетика». Соперники очки поделили. Счет открыли хозяева. На 33-й минуте отличился Илья Шкурин. Гости сравняли цифры на табло на 3-й, добавленной ко второму тайму минуте. Виталий Квашук заработал пенальти и сам же его реализовал. 1-1. Гомель по-прежнему 14-й в турнирной таблице чемпионата. В 16-м туре чемпионата страны по футболу в первой лиге представители Гомельской области дружно проиграли. В Речице случилось голевое изобилие. Местный спутник и Сморгонь на двоих забили 8 мячей. Правда, к огорчению местной Торсиды гости сделали на 2 голевых удара больше. 5-3 в пользу Сморгони. Не пополнил свой очковый запас и гомельский «Локомотив». Гостевая встреча с микошевическим «Гранитом» завершилась поражением железнодорожников со счетом 0-2. Светлогорский «Химик» потерпел неудачу в поединке против «Слонима» 2017. 1-2. В турнирной таблице «Локомотив» 3-й, «Спутник» 5-й, «Химик» на 11-м месте. Лидируют «Смолевичи». Гомельская мини-футбольная команда «БЧ» выиграла международный турнир «Кубок дружбы». Соревнования проходили в Гомеле. В финале подопечные Дмитрия Камека были сильнее аршанского «Витена» 4-1. Бронзовым призером турнира стал еще один представитель нашего областного центра ВРЗ. Благодаря голу Рогачева на первой минуте поединка вагоностроители обыграли «Киевский хит». В матче за 5-е место сошлись «Львовская энергия» и «Ереванский Лео». Сильнее был армянский коллектив 6-2. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».